Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фантом, Крошка, Крошка, Кэт Макс, Серега, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, это ночной лес с туманом и дождем. Пацаны будут прятать бомбу, у нас будут разные сценарии. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну, чужой очень чувствует себя в лесу просто шикарно. Он перемещается неимоверно быстро. А, вот тут вы, негодяи. А я могу? Ребят, берите оружие. Оружие берите. Не-не-не, вы не тут. Ищем дальше, все нормально у нас. Я знаю, что вы выбрали бункер по-любому. Тут очень классные места есть. Вот это я пере... Слышу. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Ого! Нифига себе, смотрите, что было, если бы я стоял на том месте. Ай-яй-яй, попали! Жестко. Ну не попали, а пошутил. Так, надо одного выманить и на бошку ему прыгнуть. Так, никто не выходит. Ага. Я могу один... любого заразить из вас, инфицировать. Так, один я вижу. Вышел. Так, ну что, готовьте бошки свои потихоньку. Ого! Нифига себе вы строчите. Класс, класс, мне нравится. Да, не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. И я стараюсь пацанов убить. Ого. Вы психи, я вам скажу. У меня гранатомет. Осторожно. Я тебя не боюсь. Не, ну блин, ладно, убоюсь. Боюсь. Так как ты меня близко бежать, все-таки еще последняя попытка. И будем жестко уже брать. Я не успел вселиться. А, я вселился. Я вселился одного из вас. Я тебя убил. Это Крошка. Я пошутил. Да ни в кого я не вселялся. Это была проверка. Это была проверка. Представь, как друг друга бы перестреляли. Это круто было. В принципе, я своего добился. Он во мне, пацаны, бейте меня. Да ну блин. Блин, ну классно. Так я вас буду друг друга сейчас так мочить. Он мертв. Убили. Я его заморозил. Готовьтесь убивать. Стой. Есть! Заморозили. Кстати, заморозка берет, не зависит, бессмертный я или нет. Да, пацаны, я бессмертный. Дайте. Хорошо. Да не, прописал килл. Стой, сейчас мы сделаем по-честному. Я же был смертный. Ой, бессмертный, а теперь я смертный. Ах ты, читер. Где он? А вы слышите, да, меня? Вот он. По вентиляции. Эй! Я успею сожрать одного, блин. Ну, Сквидвард. Ну, Кэтмар. Пацаны, своих пускайте. А я так, его съем. За то, что вы его не пускаете, я его съем. Давай без ноуклипа, Димас. А я вижу Сережку, он стоит и смотрит на меня, а бомбу я не вижу нифига. Смотрите в оба. Угу. А бомба черная с полосочкой? Нет. Ах ты, дерьмо! Ты меня увидел, так нечестно. Так, в смысле, ты залез? Ребята, защищайте бомбу. А бомба вот, она маленькая. Хорошенькая. Дерьмо. Да быстрее телепортируйся в палатку свою, ну блин. В халабуду свою вонючую, не хочет телепортироваться. Хорошо, давайте маленьким проникнем. Так, ребята, не берите это чужих, это только Димас сейчас у нас это. Блин, я ее активировал. По бомбе не стреляйте. Блин, классно, идея. У меня есть идея, чтобы вы по бомбе стрельнули.
Нет. Вентиляция. А я вот возле бомбы стану вот сейчас. Не стреляй, не стреляй. Есть. Серега, получилось, бомба жахнула. Давай, короче, ты будешь отсюда. Пацаны, давайте улетаем. Теперь Серега будет чужим, а мы будем оборонять бомбу. Посмотрим, Серега, сможешь ты захватить нас или нет? Я начну с легкого. Окей. Все, пацаны, бомба запрятана. Ты готов, Сережка? Да. Пацаны, запасайтесь оружием. О, я типа убил тебя, понял, стрелял. А, у чужого же свои, понял, приколы есть. Так, все, пацаны, будьте внимательны, залазьте все на вышку, быстро, быстро. Все на вышку. Все, сидим все в вышке и не пускаем его. Серега, давай, погнал. Мочите его. Вот оно, вот оно. Ах вы гады, замочили. Есть, есть. Я обратно положил. Все, пацаны, лежит бомба, лежит. Сейчас, подождите, стойте, мы сейчас все сделаем. Все, спрыгивайте, не ссыте. Берем оружку все, пацаны. Против него лучше использовать дробаш. Или что-то такое, которое разброс большой. Вот оно! Вот, падла! Ты меня вселилась, а? Да, и съел тебя. Внимательно все чекаем. Да ты задрал! Ты задрал! Это же, Серега, ты впитался. Пойдем искать их. Может сделать какой-то этот ПВП когда-нибудь, лицехваты против террористов, типа КСГУ самодельный, да, прикольно будет? Злые бабки против обычных террористов, да? Прикольно же можно запилить? Да. Короче, хорошая идея у меня есть. А вообще, короче, ребята, придумал я новую идею. Не буду сейчас спойлерить, вдруг кто-то эта идея крадет. Очень крутая она, уж больно. Серега, я потерялся. А, вот мы идем. Вот, идем. Кэтмарс, давай ищем. Вы внутри или снаружи? Снаружи. Снаружи, Сережа. Два прыжками, быстрее будет. Ой, надо один прыжок делать. А, вот тут они. Или нет? Так, давай ищем в этом тумане. Нема. О, он дальше, по-моему, какой-то проход есть узкий. Они, по-моему, там, Димас. В скале. Видишь это? В скале есть это проход. Ты прыгай, я тебя по звуку найду. Я прыгаю. Во-во-во, сюда. Слышу, вот. Блин, прикольно в наушничках играть. Все четко слышно вообще. Вот. А, блин, я не знаю, что тут можно пройти. Я думал, так чисто поржать. Блин, я их не вижу. Мы вышли в никуда. Пойдем сюда. Налево ты пошел? Да, налево. Идем. Налево пойдешь, ничего не найдешь. Направо пойдешь, люлей получишь. Не найдешь. Не вижу их. Серега. Здесь Димас. Да. Они вот там вот. Вон они нас чекают. Ага. Короче, давай зигзагами. О, за камнями. Так, я тебя не вижу. Тебя убили, да, все-таки? Да, убили. Я в кустах думал, спрячусь, выживу. Ты просто беги по земле, не прыгай. И зигзагами. Да, я так и делаю. Так, что я тебя не вижу? Я бегу. Немного не туда свернул. Ой-ой-ой-ой! Я вселился, Димас! Я убегаю! Я вселился, Серега! О, хорош! Где бомба? Вселился. Так, давай бомбу ищем. Димас, не забывай килл прописывать. Да, точно. Я знаю. Ну, одного съем. Убили. Замочили. Нет, Димон. А интересно мне, вот все-таки где они бомбу могли спрятать? А я знаю, Серега, где они бомбу запрятали. За камнями или на дереве? А я вот за акулой слежу, она сейчас спалит все равно. О, я, кажется, понял, где Димас. А, вот, в углу она лежит. Да. Я бегу, короче, на них. Одна, минус один. Серега! По мне стреляют. О, Димас, мы взорвали бомбу, беги! Ха-ха, это я сделал! Ой-ой-ой-ой, беги! Офигеть, достает везде через всю карту! Да. Он улетел за карту уже.
Мы победили, Димас, ура! Да не, ну не победили, ну... Короче, ребята, ничья, получилось класс. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!